Да ездили Sociable Disguises. Ребенок, девушка, что в принципе одно и то же, все будут в восторге. А затем распечатай себя любимого на зефирной плитке маршмеллоу и подари тёлочке, которая уже давно тебе нравится. Она не удержится, и первый поцелуй будет обеспечен. Или даже первый... смотря что печатать. Хай, здесь Захаренко и снова новая рубрика «Шоп». В ней я буду рассказывать о самых удивительных и нелепых товарах, которые можно купить в интернете. И не забывай делиться этим видео, чтобы я видел твою реакцию, продолжать мне эту рубрику или не продолжать. Сделай печенье в форме штампа с любыми надписями с помощью специальной печати со сменными символами. Оригинальный способ намекнуть девушке на... ну что там тебе надо, на то и намекнешь. Качественный кофе в жестких условиях больше не проблема. Сверхпрочная кофеварка CoffeeBox специально разработана в тяжелых условиях для тяжелых условий типа стройки. Всегда мечтал стать супергероем, попускать огненные шары? Fireshotter поможет тебе в этом. Специальное устройство, разработанное специально для иллюзионистов, позволяет кидаться настоящими огненными шарами. Это профессиональное устройство, а не игрушка, и продадут его только совершеннолетним. В отличие от ручки со специальной встроенной камерой, которая позволяет прямо во время письма оцифровывать весь текст и передавать на планшет или смартфон. Выглядит круто, как набор планетарных стаканов. Но еще более удивительно выглядит мебель из самых разных частей самолета. Стол из крыла, диван из фюзеляжа, кровать из двигателя. Эй, любитель пиццы, ты наверняка всегда мечтал о такой подушке. Популярный в Японии пудинг из яйца поможет приготовить абсолютно психоделическое устройство в виде центрифуги. Особенно психоделично подошли японцы к рекламе этого кухонного гаджета. А эту завораживающую вещь я бы назвал новой волной безумной игры после говорящих хомяков. Видео с этой непонятной и забавной смесью уже набрало под 1 000 000 просмотров всего за 3 месяца. А если ты всегда мечтал получить себя или девушку в форме куклы, теперь это возможно с помощью трехмерной печати твоей собственной кукольной головы. Все, что нужно, это загрузить 2 своих фотографии в профиль Анфас, затем выбрать размер и оплатить изделие. Механическая рука! Постоянно напрягает, что любимые гаджеты вечно разряжаются? Тогда можешь прикупить компактную батарею, которая зарядит не только несколько любимых гаджетов, но даже включит большинство электроприборов типа лампы, плойки и фена. И если у тебя в семье появилась машина, которую некуда теперь ставить, можешь присмотреться к этому устройству, которое не только обеспечит место для стоянки, но и укроет машину. Или даже правильнее сказать, скроет машину, будто тайный гараж Джеймса Бонда. Спасибо за просмотр. Напомню, что если видео тебе понравилось, не забывай делиться им через социальные сети. Вступай также в наше сообщество. Google+, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники. И не забывай подписаться на канал. Здесь был Захаренко, проект Tailblock.net. До встречи. Хай, здесь Захаренко. Решил попробовать запустить новую рубрику «Крышеснос», в которой я буду рассказывать о самых интересных и нелепых современных научных изобретениях.